Слышь, ты видел это? Что? Что это? Сучка! Бежать к маньяку и, собственно говоря, отхватил. Он тебя видит? Я просто, я просто мега убийца, потому что я убиваю с этим, как он называется, с ножом. Я пока пойду его смерть. Я даже не знаю, куда можно пойти. Ты посмотри, как хорошо чувствуют себя этот, часы. Часы, посмотри на часы. Эй, пс, братан. Хочешь крутой скин всего за 20 рубасиков? Да, конечно хочу. Тогда заходи на лут скин, занимай места и стань обладателем крутого скина. На сайте честная игра, поддержка и даже история имеется. Заходи и сам все разузнай. Ссылочку на сайт я оставлю в описании. Будь победителем уже сейчас. Тыкай на нож, занимай место и выигрывай, братан. Все в твоих силах. Всем привет, друзья, с вами Варпач, Евгеха, Делайт и Мистер Ледженд. Поздоровайтесь, ребята. Всем привет, ребятки, мы играем сегодня в маньяка в CSGO. Да. Всем привет, ребят, будем сегодня резать. Будем резать. Так, маньяк, жать. Ты должен дождаться 30 секунды и идти. Я включил радио, и там Мистер Амуто. Значит, ребятки, Делайт, он же Тран подписан в CS-очке, вот он за маньячка сегодня играет. Сегодня будем резать, будем охотиться. Ребятки, прошлый выпуск набрал очень много лайков, поэтому если вы хотите продолжение маньяка, конечно же, ставьте пальчик вверх за маньяка. Вон он, я вижу его, ребят. Где он? Ага! Итак, сегодня мы будем охотиться на ваших друзей. Лол! Ты как туда залез? Лол, ты видел? Ну-ка, я сказай, давай. А как ты это сделал, Кирилл? Лол, я просто... да ладно! Все, я... Короче, меня уже никто не найдет. Как ты бы. Упасть можешь вниз? Да, я могу упасть вниз. Ну, прыгай. Подожди, а как ты туда забрался? Я нашел, походу, два каких-то бага, которые сюда забираются. Сейчас я нашел баг, который... Я просто увидел лесенки на люстре, прикинь? И по люстре, оказывается, можно забраться сюда. Я ищу вас, Охотник. О, блин. А, это свои, окей. Так, я спрятался. Вон он. Ага. Шкафу напротив. Кто-то дымовую кинул. Лови пистолет. Я там пистолет вам кинул вниз. Он в телепорт зашел, Во-во-во-во-во-во-во. Жень, правильно думаешь, правильно. Давай. Запрыгивай. Еще. Во, понял, Жень? Все, понял, да. Отлично, вообще идеально. Итак, маньяк проиграл, да. Я упал. Здесь такие латуты странные, понимаете, ребят? Я как бы запрыгнул, а он взял и меня и перекинул. Я залетел. Давай еще раз. У тебя еще 30 секунд, братан, жди. Давай, я жду. Оп. Так что, мы наверх второй раз не полезем, наверное? Ну, наверное, неразумненько будет. Ну, можно попробовать. Нет. Там немножко читерское местечко такое. Здрасте, как дела, как говорится, да? Я прям к нему на респу прибежал, пацаны. Нормально. У тебя еще есть. Сколько? 10 секунд, да, получается? Давай, 5 секунд, у тебя есть 5 секунд. Жень, ты, надеюсь, убежал? А то мой Зевс жаждет твоей крови. Вроде он убежал. Причем, вроде он убежал-то далеко. А? Вы меня обманываете, а? Ребят, я вижу его, а что ты стоишь? Что он там ищет? Что у него там телепорт. Привет. Здравствуйте, до свидания. Опа! И сегодня первая жертва. Мой сладенький. Я запутался в телепортах. Мой сладенький. Ой. Я просто видел, как он убивал его, и мне стало страшно. Потому что с тобой то же самое будет. Надеюсь, нет. Я хочу жить! 2000 вольт вам. Здравствуйте! Нет! Пожалуйста, у меня семья! Какая семья? Дети? Семья и дети? Нет. Маленький Хуан и маленькая Хуанита у него. Пожалуйста. Уходи. Горячий пошел. Слушайте, пацаны, я походу убежал от него, ребят. Да, он убежал. Он очень. Обалдеть. Нифига, как ты это смог сделать? А я, короче, его запутал, он там а что-то... Да он меня зафлешил, ребят, он флешит мне в лицо дал. Ну, знаешь... Кирюха там сидит такой. Сколько там? Да. Две флешки можно максимум кидать, да, пацаны? А я кинул три. Я не знал, что... Ну, что ничего, это... Да, так, да, ребята, наши правила все по-прежнему такие же. Можно кидать две флешки, две дымовые. В прошлый раз просто бесконечно кидали, но сейчас, да, у нас ограничено.
Да, пропиши себе год. Давай, охотник. Я главное, значит, такой, вижу жертву, все, мой Зевс жаждет. Подожди, почему год? То есть, чтобы он не умирал, он хотел бы прыгать сверху вниз, например, вообще. А, ну да, тогда не надо. Ну, 30 секунд еще жди. Не, ну он охотник, ему можно. Жду, я спрятался и жду. Наша это задача просто убежать от него, он пусть прыгает. Два смока, ребят, все, больше не могу использовать смоки, короче, зря выкинул два смока. Флешка. Оп. Так, а вот сюда можно попасть. И где я? Где ты? Ты в смоке? Нет. Где я, ё-моё? Я слышу воду. Я не вижу его. Вода это я. Ой. Я по запаху. Ой. Где-то он рядом. Ой. Ой. Я слышу его, но не вижу. Но я убежал. Пацаны, давайте, давайте, тащить, самое главное, не умирайте. Он где-то тут был. Он только что где-то тут был. Я слышу его, как он входит. Где? Нет, нет. Сынок. Что-то разбивает. Я вас искал, искал, но я что-то до сих пор не нашел. Ты главное не ищи, не надо. Я пытаюсь, я бегаю, я пытаюсь вас найти. Пытаюсь по запаху. Иди сюда, мой сладенький. Я понял. Значит, ты где-то рядом. У значит, тебя еще минута. Тебя спалили, значит, ты где-то рядом, Жень. Меня-то спалили? Да, тебя только что спалили. Да я нахожусь в самом беспалевном месте. Слышь, ты видел это? Что? Что это? Привет! Сучка! Я тут долго сидел с начала раунда, но у тебя 40 секунд, чтобы догнать Женю. Еще, ребятушки, 7 секунд, и все, и я пошел искать. Ты что там ходишь? Я видел, ты там ходил. Ну, я по респе у себя хожу. О, здравствуйте. Ну, я дам тебе... Прям 30-я секунда была, чтобы я мог тебя зарезать. Ну, я дам тебе шанс, окей. А, я не купил Зевс, лол. Подождите, стойте. Период покупки иссёк, окей. Окей, период иссёк. Обалдеть, ребят, я просто два раза им попался. Черт! Блин, у меня нету Зевса. Беги, глупец. Блин, сука. Подождите, подождите, у нас ограниченное количество световых, пацаны, не забывайте. Да-да-да. Да-да, то вы там накидали их, там две выкидывают световые, оттуда можно... У меня нет Зевса, я опять забыл купить Зевс. На респе 30 секунд пробежал и это... Давай, Женя, я тебе сейчас смог закинуть. Да как? Это не я, это... А, это уже другой, да? Я застрял! Ну, без лол. Тяжело, да. Это лол, что за лол? Он выбежал на улицу, братан, он на улицу выбежал. Я тебе смог кинул, братан. На улице смог. Вон он, он в этой тумочке всё, опять. Всё, молодец, в смоке, спрячься в смоке. Всё, хорош, он тебя не найдёт. Всё. Близко. Теперь ты его точно не найдёшь. Могу подсказать, смог, где холодильник? С мужиком таким накачанным в трусе, в памперсе. А вон он наверху. Решил как можно ближе прибежать к маньяку и, собственно говоря, отхватил. Он тебе видит. Я просто мега убийца, потому что я убиваю с этим, как он называется, с ножом. С ножичком. Главное мне не умереть, потому что у меня осталось 6 хп, бро. Настоящий маньяк, настоящий. Маньяк, сюда иди. Я пошутил. Он в ловушке практически. Нас Женя уже убили так быстро. С ножичкой еще. Знаешь, я прям к нему прибежал, поэтому... А, вот он что. Ну, я он телепортировался в эту. Вон, смотри, сзади, Кирилл. Я вижу. Я вижу. У меня еще есть 2 минуты, чтобы его поймать. Напрямую бежать к нему это бессмысленно. Ну это да. Все, хорош. Да. Нет, туда не иди, там нету никого, я тебе честно говорю, Кирюх. Я врач. Да? Говорю. Да? Давай. Ну куда он делся? Он обманывает. Он обманул тебя. Убегай, перепрыгай. Давай. Не, Кирилл, это не тебе, это я так. Да. С мамой разговариваю. Голос народа. Да? С мамой, ну. Где ты? Ой!
чуть не умер. Ау. Ты по плите осторожнее, Кирилл. Сыр. Ну где ты? Не, мне кажется, это будет эпичная схватка, потому что один сложен, у второго тоже ничего не осталось, и он обязан бегать. Но суть, слушайте, мистер Легенд, он может упасть и не умереть, а Варпачу придется умереть. Где это? Понимаете? Вот, вот она суть. Сука! Еще и туда упал. Давайте я еще раз вас поищу. На этот раз я куплю Зевса, и я изи вас всех убью. Так что... Да-да-да. Давайте. 30 секунд даю вам форы. Эй? Не, ну ты ищи, ты старайся, пробуй. Ты наш сладенький. Самое главное найти вас. Догнать это уже дело второе. Блин. Половничек, блин. Хрен запрыгнешь. Он сказал полу. Окей. Hello. Он где-то близко. Испугался. Боже мой, ребята, мне страшно. Он тоже, понимаешь, труп был на моих глазах. На моих глазах. Я ж дёрнулся. Итак, короче, он, значит, где-то у тебя. Возможно, у меня. Так. То есть ты понимаешь, ты ему уже рассказал, как бы, что он рядом с кем-то из нас находится и... Ну пусть ищет. Ну пока, как бы, время играет на нас, да, то есть... Можем спокойно сидеть. Я примерно знаю места, куда вы могли спрятаться. Я пока пойду его смерть. Я даже не знаю, куда можно пойти. И музычка такая классная, прям вообще. Ага, под твой труп. Я сейчас на твой труп смотрю, и там музычка такая печальная, знаешь? Я чуть не заплакал. Так, слушай, Кирилл. А? Ты задумал что-то, я не понимаю? Нет. Почему? А, нет, тогда нормально все. Я разве могу что-то задумать? Нормальное место я выбрал. Да. Блин. Ты думал, я тебя не увижу, да? Я думал, ты меня не увидишь. Я чуть не наложил. Это, знаешь, один-один, как я в прошлый раз. Да. Ребят, это было жестко. Я думал, ты меня не видел. Значит, я думал, Барток меня закрывает очень хорошо. Я думал, знаешь, блин, да, тут реально. Давайте все почтим смерть нашего близкого друга. Так, и у нас последний где-то остался. Но где? Где он может быть? Выстрелим в коробок. Какой последний? Ага, конечно. Я, знаешь где? Я наверху, вон там. Короче, наверху я прячусь в смоке. О, все, я понял. Я понял, где ты? Ювелирно, кстати, да. Давай, Кирилл, ты сможешь. Пытайся. Так что спалился, бро, ну. Да. Не-не-не, все нормально, он не поднимает. Ты же маньяк, ты должен чувствовать запах крови. Да. Тем более меня уже покоцал. Не, Кирилл. Я видел его, я видел его, но я не смогу отсюда иначе спуститься, бро. О, нифига. Да, вот теперь ты его точно видел. Кого? Нет, никого не видел. Кирилл, ты его не видел? Видел. Нет. Давай. Ты меня не видел. Нет. Ребят, остается минута с лишним. Да, Кирилл, у тебя остается всего 1 минута. Этой минуты вполне достаточно, чтобы поймать его. Только маньяк поймает маньяка. Давайте я теперь, ребят, маньяком буду. Вот так вот, мадфака. Нормально, я всех нашел. Я нашел, ребят, за маньяка. Окей, давай, рестарт. Так же после катки взрывается. Ооо, я вижу, да. Но тебя вот снизу не видно, а вот сверху. Ну, сверху уже совсем другая история. А это да. Так. Что, маньяк вышел на свободу? Уже как 10 секунд. Братишка, да. Нет. Бежать. Стой, о, нифига, полетел. Чё-то я переборщил. О, привет. А, вон он где. Ой. Да, он далеко, по сути. Женя, какой-то бешеный маньяк. Почти ушел от меня, да. Да, было близко. Ой-ой-ой, вот он сейчас близко. Да. Лол, что?
Как ты туда улетел? Не знаю, нет. Ты, наверное, когда подпрыгиваешь, да, вот тогда. Да, я. Нет, я просто побежал, и все, и улетел. Кирилл, ты попробуй прыгнуть. Куда? Может, он тебя не найдет? Нет, вниз, вниз, вниз. Не, вниз там он прям в тебя стрелял, он прям в тебя стрелял, он знает, где ты находишься. Он в тебя видел, Кирилл, беги. Ты увидел меня, ты нашел меня. Знаешь, у меня 8 хп, я почти разбился. Блин, вот в стаканах жалко нельзя прятаться. Угу. В стаканах? Их только ломать можно. Вон, Кирилл, вон. Иди сюда ко мне, да? Иди сюда ко мне, мой хороший. Мой сладкий, мой бубалех. Бубалех. Иди сюда ко мне, моя чебупелечка. Чебупелечка. Мы так офигенно спрятались вообще практически в одном месте. Да как там прыгнуть-то, ёпта? Да почему? Кирилл, у тебя тут ни одного такие проблемы. Да? Просто знай это, просто знай, что ты не один такой, да, у кого не получается. Так, а ты где вообще? Я вот не вижу тебя. Сука, хорошо. Надеюсь, Женя слепой. Я очень на это надеюсь. Это было очень близко. Так. Опа! Женя такой пиу! Как в Марио, пиу! Чпоньк! Чпоньк такой! Понял? Тан-тан-тан-та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 
стреляешь? Я по шарикам стрелял. Ой. Давай, шарики. Шарики лопаем, шарики. Тан-тан-тан-та-да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 -та
Ай, блин! Он так быстро телепортировался. Ну и все, теперь Паша ищет. 30 секунд. Так, надо найти какое-нибудь место, где еще никто никогда не прятался. Таких мест тут нет. Я нашел. ПП нету вообще. А я вот что-то не могу найти. Не, ну я в принципе нашел. Это довольно-таки... Ой, я упал. Ну все, ребят, я могу как бы закрыситься, да, то есть и сидеть, ждать его. Ну по сути, да. Все, ребятки, будем ждать его. Прятаться. Ой, это не туда. Сюда, вот. Сюда. Кирилл, иду, давай, иду, давай. иду. Оп, всё, для чих. Меня. Он нас видел. А, видел? Точно? Да. Да, я вижу. Но он что-то разбился чуть-чуть. Это не мы, это не мы, это не мы. В смысле? Это крысы. Ты посмотри, как хорошо чувствует себя этот, часы, посмотри на часы. Ребят, с текстурками проблемы, я тут через текстурку немного вижу. Упоротые часы, да. Ну, он не знает. Нет, он... Привет. Я бегу. Ой. Блин. А кто умер? А вот так вот, я уже падал. Я же говорил, я изначально упал. Вообще фейлы какие-то. Второй раз меня маньяк охотится, но не охотится. Кстати, у него 50 хп, ребят. Прыгайте от него. Хорошо. Наш единственный шанс это прыгать. Черт! Паша суперманьяк, просто находит всех. Пока самый быстрый справился Паша. Давайте заканчивать все-таки на этой замечательной ноте. Да, можно. Ну что ж, ребята, всем спасибо, ребятки, да, за просмотр. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Подписываться на каналы, да. Все ссылки будут в описании, конечно же, да. Да, и комментарии. Если хотите больше маньячков, пишите в комментариях. Это самое главное, ребята. И за карту огромный плюсище, я думаю, можно поставить. Как бы. Ну и все, всем удачи, всем пока. Всем спасибо, всем пока, ребят. Спасибо, до свидания, пока-пока. Карта супер, реально.